А, вот люди на фоне вот этих водопадов фоткаются. И тоже форелька плавает. Миленько, симпотненько. Конечно, вот эти трубы как-то не смотрятся, да? Вот эти вот дымоходики. А так вообще классно. Если бы труб не было, вот этих. Классненькое место такое, интересное. Мостик такой приятный. Еще ресторанчик. Ну, это просто ресторан. Ресторан «Главрыба». Слушай, получается, она говорит, вот здесь, в ресторане. Ага, то есть это как фиг. Они отсюда носят, да, туда, получается, еду. То есть там, ну там просто наверху. Нет, прикольно. Оттуда носят, там готовят. Угу. И там готовят. Просто здесь вот как на природе получается.